Добро пожаловать. Это Deadside с Алексом и дядей Женей. Добро пожаловать еще раз. Я даже два раза скажу. Для такой эпичной серии, как та была, надо представиться дважды. Значит, да. Смотрите, еда нужна кому-то, рыбная консерва есть. Вообще, да, желательно бы, да. На, Женек, мне, смотри. Мне пока не надо, мне пока не надо. О, аригато гозаймас. Я недавно просто умирал, поэтому... Есть четыре тряпки, но нету самогона, я не брал. Найдем. Полутаем, найдем, да. Все, поешь, Женек? Сейчас поем, так, ем. Слушай, мы не лутали вот этот дольф. Я кушаю. Прямо перед вами. Кушай. Мы там, в принципе, не лутали. Мы убили одного чела, и сейчас все. Сейчас пойдем. Оружие есть, все в достатке, все есть. Перезаряжайте пушки. Да. Я перезарядился, у меня кто-то бежит? Что-то за бег, слышишь? Это когда ты накрутишься сам, ты сам шум создаешь, да. Все, понял, погнали. Все, пойдем. Значит, пошли, полутаем вот этот. Вообще мы тут, да, особо не лутали, честно говоря. Тут каждая веточка хрустит, это капец, шум везде, вот, сам себе создаешь шум. Да, тут надо быть очень аккуратным, конечно, да. Тут надо спарить оба, блин. Да. Такая сосредоточенность, да? Так, я в сарай, вы туда. Давайте. Значит, смотри, нам желательно самогон бы найти. Ой, это что такое? Что это? Что такое? А, она... это просто... Это санина. Знаешь, таких инструменты были, я знаю. Да. Тут ни хера нет. Я взял патроны только, отлично. Так, вы берите, давайте, я пока смотрю, чтобы никто... Блять, это шрудение там. Ага. Да, давай я посмотрю пока. Так, стоп, это что такое, блядь? Спортивная, блядь, курточка. Никому не нужна? Не. Видимо, уже никому не нужна. Этот хлам не нужен. Окушка. Я в сарайке. Окушка. Давай, окушка. Хорошо. Сарайка. Давай возьмем зеленый дом, посмотрим, что. Сарайки, мешковина, говно, больше ничего нет. К сожалению. Опа. Я убил что кого-то. Там? Опаньки. Там какой-то чел сидел. Ты убил. О, блядь, он получил. Скорп. А, тибегана какого-то. Тибегана. Тибегана, да, он сидел. Он один здесь, блядь, хоть нет? Е-мое, фига себе жесть. Нож, смотри, у него. Что у него выпало? Это что такое за хуйня вот это? Нож, да? А, это нож. А второе что? Подожди, а может это лекарство какое-то? Козировка, вот, я забрал. Тибеган, смотри-ка, лутался сидел здесь, а? У него тут патрики. Сейчас заберем. Ножи валяются. Самогон есть, можно сделать этот бандаж. Тряпки, да. Кстати, я, наверное, сделаю. Потому что у меня как-то... Прикройте, посмотрите, там шпик пришел. Я пришёл. В доме пока еще посмотрю. Я в доме на угле. Вчера на углу. Пацан, я... блядь, сидел тут в уголочке. Я говорю, они шкирятся. Они шкирятся, блядь, по домам. Вчера. О чем речь шла? Так, здоровье у всех нормально? Нормально, соточка. А, не 77 набрал. Не, у меня по еде, по всему остальному тоже вроде... Так, Вассерман, серьезно, слушай. Серьезно, Вассерман, ну. Так, я пока перевяжусь. Давай, перевязывайся. Бля, посмотри, давай. Может, что у него есть, Алекс? У кого? Может, надо у этого парня. Не забывай штаны проверять. Зажигалка, да. Блядь, пистолет и штаны. Не, вон тело. Вон тело именно. Переложить, смотри, витать, смотри. Да, или что, или... Смотри, штаны выбрасываешь, получается, и делаешь из них тряпку. А, да, кстати говоря, давай. Ага, все, порвал. Молодец. Вот, отлично. ТТК, а у меня ИЖ 70. Мастер раздеваний. Ага, штаны с него снял, да, вижу. Возьму на всякий случай. Так, Жень, ты... Да, взял, да? Ого, 7.62 я возьму. У меня винтовка как раз есть на 7.62. Бери. Или не она это? Все, нет, блин, берем, это не, да? 7.62, капец. А что за винтовка у меня такая? На что на нее надо? Посмотри, какие патроны у нее. 5.56, 45. 5.56. Это что, телефон? Телефон, что это сказал? А у меня нет такого. 5.56 нету? Засада, а? Одна ссань. Есть все, кроме этого. Капец. Ну она редкая винтовка, хорошая. Ты же видел, как я ботов положил там. Ботов положил, да. Вот. Так, надо в поселок. Вон еще сарай. Смотри. Пойдем. Угу. Погнали. Ну, сараюшка, пойдем, да, пойдем, кстати, пойдем. Сараюшку мы не видели. Так, вы давайте поаккуратнее, потому что в сарае могут тоже. Да ты видишь, я зашел, он начал меня тоже палить. О, там наверх можно подняться. О, лестница, да, наверх. Угу. О, ружье. Опа. S85 твоя? S85 моя. Я попалю то, что внизу. Давайте. У тебя же... О, а ее разрядить нельзя? Скорп, слышь? Лежит, скорп, Алекс, скорп лежит. У нас есть, у Алекса есть. Уже. У меня есть, у меня все нормально. Нет, у меня пару. Блин, обидно. А может быть сходим в сейф-зон? Или не стоит? Не, а зачем? 85. Сейчас рано, я думаю. Да? Пошли еще раз лутанем тот возле воды, который... Давай. Я просто смотрю, что, по-моему, блядь, нахуй вечерело. Ну да, потихонечку вечереет. Ночь, я так понимаю, что тут лютая ночь, да? Прям совсем лютая. Mm. У нас фонарики вроде есть, нет? Ну, у меня нет фонарика. Зажигалка только. Ну, только зажигалка, да. Бомжатник. Я фонарик, по-моему, не находил. Ну, ладно. Ого. Да. О, открытое мы место, что-то палевное, конечно. Сбились, мы опять кучку сбились, давайте как-нибудь немножко... Очень открытое место, это капец.
Но мы тут с Алексом нормально. Я же как раз тут у камня нашел. Здесь основное это сборище людей, мне кажется. Слушай, это похоже на автобусную остановку. Ну, кстати, да. Да. Так. Аккуратно, в туалете, аккуратно, кстати, когда... внутри в толкане лежал этот вассерманский жилет. Слушай, когда заходите в дом, смотрите, смотрите внимательно. Тут же ДЭшка. Какие-то тела. Тут железка, железка, тут аккуратно. Железная дорога, да. Я захожу сразу с правой кнопкой, потому что от третьего лица так не вольнешь. Правильно, нормально. Ходит правильно. Блядь, вон там вот. О, машина! Вот, пусто, правда, пусто, пусто. Пусто, да? Ага. Опа, это что за звуки? Где? А, или это... Это сам где-то... себе, сам себе. А, может быть, кстати, может сам быть. Себе. Сам себе, да. Звук, блядь. Сам себе жухи нагоняешь, там да? Там водичка, водичка. Там водичка, да. Вот этот дом двухэтажный, здесь, наверное, много всего. Аккуратно, там, может, какой-нибудь снайпер засел на втором этаже. Вон тело раздетое, которое я убил, смотри. Газелька. Кстати, у него еще лут, по-моему, был какой-то, Жень. Бобик. Возможно, сейчас проверим. Посмотри, посмотри. Давайте, зайди пока в этот дом. Давайте, мутайте. Ой, что такое? У него штаны, ну вот это, штаны есть, можно выбросить штаны и сделать из них повязки. А что делать с машиной? О, 7.62 нашел, наконец-то. Слава богу, блядь. Хоть патроны будут. Сейчас проверим. Давай. ТТК не надо. Блин, это не то. Нет, не то, не 7.62 мне надо. Мне 5.45 надо. Спортивные штаны. 5.45 у меня есть, по-моему. Ты же говорил, что нету. Ты говорил 7.62? Нет, я сначала сказал 7.62, потом 5.45. А. Нет, здесь пистолет есть внутри. 7.62 у меня есть, если. Нет, 5.45, 5.45. А, 5.45. Кому 7.62 дать? Давайте я дам. Да, у меня есть, у меня есть. Ну, дай мне. На. Блять, тела! Блядь, вот тихо, тела! Я же тебе говорил, где они? Ёбаный. Вон на входе. Все, уже не давай. Ёбаный. Сейчас. Я сзади, если что. Идем на помощь тебе. Бля, убили. Ё-моё. Они убили меня. Это тело, я не знаю, это боты или это люди. Я прямо за тобой. Там три человека. Давай-ка ты поаккуратнее там вперед особо не иди. Хуя. А, сейчас надо обменять было, блядь. Ой, рядом. 250 метров. Создан новое. Есть, убили. Бля, еще кто-то. Там три человека. Это боты, по-моему. Я бегу, 200 метров. Какие ты идешь? Блядь, сука. Аккуратно, они шли к моему дому. Нет? К моему дому. Нет. Ой, блин, все. Блядь, обольнули, ядрёно. А они из кустов, это боты из кустов стреляют, капец. Алекс, аккуратно, сейчас я бегу, я тут рядом. Это боты. Давай, перезаряжайся, сука! Че, все? Все? Блин. Положили, все это легли, боты, блядь. Три бота. Нихуя тут боты дерзкие. А они сквозь кусты стреляют, они все видят. Ну это жестоко, это нечестно. Это нечестно. На нахуй. О, нифига, Олег уже. Одного вольнул. Блядь, убил. Один бот остался. Эй, надо вернуться за лотом. Я не понял, а что у тебя 4? Блядь, я живой. У меня оружие все, блядь. Как это? В смысле? У меня все при мне, осталось оружие. Как? Все. И я жив. Как ты это сделал? Только у меня 4, блядь, процента жизни. А как ты это сделал? Я не знаю. Слушай, там остался один бот. Там лежали ваши тела, я убил одного бота. Да. Давай, я попробую его ёбнуть. Что за жесть? Мне километр бежать. Мне тоже километр, заберём нормально. Мне полторашку бежать. Да, мне вот это. Жестокая фигня. Мне 2,6, блядь, километров бежать. 2,6. Мне бежать. Ну, мы с Женей сейчас добежим километр, это минут 5. Но у меня 4%, блядь, здоровья, у меня водки нет, поэтому полечиться, видимо, я не могу. У меня была там, водка и... И тряпки были, у меня тряпки были. Но самое главное, что весь мой лут-то при мне, блядь, у меня 4... Вот это капец глюк, конечно, классный. Вот это глюк, вот это пиздец, да, вот это я сам в шоке, блядь. А я так сука, боты, я тебе говорю, они еще стреляют, ну точно... Не так, как люди, да. Люди хотя бы косить умеют. Люди да, сквозь нет. Кусты хоть не стреляют, не видят. Ну, а эти все видят и стреляют с кустов прям. Собаки, блядь, а? Ничего себе, я даже такого не ожидал. А боты точно, да? Да, по-моему. Без ников. А, хотя фиг поймешь. Ёб, а что с водой-то? Сука, тут лутанули, что ли, все? Тут нихуя нет. Я тут, а ты где же? Я тебя вижу, 200 метров. Мне тоже осталось 200 метров. Фу, я бегу на свое тело. Ёлки-палки, а. Так, ну вроде они отстали немножко. Мне пару километров. Да, у меня тоже чел шел по ЖДшке, отстал. Ладно, я пойду лесом тогда. Я пойду лесом. Лесом, да. Нормально. 100 метров, сейчас иду. Жесть, а? Где мой труп там валяется? 90 метров, все, иду. Тут? Да это не Green Hell, где пацан пить хочется. Ну да. Тут ебашит. Так, это не мое, вот это мое. Мое там, да. Где-то рядышком. Два. Вы лутаете, да? Штаны горка. Штаны горка? Хорошо, хоть не Егорка. Егорка, штаны горка, да. Убирайте сраные штаны, блядь. 5.45. Спасибо. Сейчас иду искать себя. Меня-то там, блядь, так лутаните. Меня лутаните. А кто в шлеме был? А, это они, получается? Да? Они же прокачанные, ребят. Да. Вот он валяется в шлеме, ага.
Там-то все и дело, да. Лутайте, лутайте, лутайте. Так, подожди, только давай каждый свой заберет. Давай, давай. Я 200 рублей взял с него, слышь, деньги забрал. Серьезно, у меня 200 рублей было? Да. Выскать. А где мое тело? Чуть не понял. Где мои вещи? А, вот это, наверное. Вот это, наверное, мое. Так, это сюда. Это сюда. Бандажики сделайте там, потому что я сейчас скоро сдохну, ребят. Правда. А я тут иду в лесу, тут. Это Женя, да, подбежал? Я здесь рядышком с тобой. Вот мое тело валяется, вот 15 метров. Сейчас я возьму. Угу. Сейчас соберу свой барахло. Слушай, а где патроны? Что-то я не понял, подожди. Патроны? Где все патроны? Они в штанах, Смотри, нажимаешь на штаны и появляются патроны. Я знаю, но это я в курсе, но что-то ничего нет. 1270. У меня есть все на месте. Странно. Мне, сука, километр еще идти, блядь. Обыскать. 48. 4, блядь, процента у меня здоровья. Я пока жив. Блядь. И с полным лутом, что самое забавное, блядь. Слушай, Женек, а ты если патроны найдешь, дай, пожалуйста. У меня даже на скорпу нет патронов. Да, они вот мое тело залутай, там патроны какие-то есть, возьми, если тебе нужно. Да мое залутайте, у меня там патроны были, блядь. А, да? Заберем. Конечно. Залутайте, блядь, меня. Зашрудить. Меня там. Смотри, винтовку надо забрать, Алекс же вернется, надо отдать будет ему. Так у Алекса ничего все, нету? У меня все с собой, у него все с собой, я да. Я же полностью точно. Экипированный, блядь. Это глюк какой-то, видимо, был. Видимо, да, значит. Прикольно. Да. Олег, есть у тебя, знаешь, что? 5, 65, а вон еще 45. Тело лежит, смотри, кто это там лежит? Вон. Где? Окно зеленое, видишь, зеленый дом. А я там только что был. По-моему, тело лежит. 5, 56, 45 мне надо. Че, почему мне показано 5.1.8 вроде меня? Тут пусто. А может и нет. Ладно. Тут пусто. Нет у тебя 5.65-45? 5.45-65, то есть. У меня 7.62 только. Ой, 5.56-45, вот что-то 9, я уже 19. Заговорился уже. Бля, дом. Нету, да, 5.56-45? Нет. А да если меня здесь сейчас ёбнут? Если тут меня сейчас ёбнут, у меня шансов никаких до вас уже добраться не будет. И точно у меня лут туда уже точно. Блядь, душки нашел какие-то. Спортивные штаны. Что за жесть вообще происходит? Ишь, надо забирать. Ишь, не знаю, смотри сам. Ишь, наверное, никому не надо. Доски, блядь. А, тут дверь закрыта, понял. Бля, я тут уже ходил. Я тут уже... Блядь, 4 человека идет! У-ху-ху-ху-ху, я вышел на дорогу, блядь. Вот это нихуя, я вышел на дорогу. Все, мне походу дело, бля, пизда. Беги, просто беги от них, попробуй. Нет, я попробую. Может, у тебя гудмод какой-нибудь, теперь ты неубиваемый, может быть, нет? Раз ты ходишь там с оружием. Блять, сука, ты? Ебнул меня. Да, это я. Ага. Так, твари, тогда... блять. Убили? Сука, убили, конечно. Блин. Я очень сильно удивлюсь, если у меня сейчас опять окажется весь глюк. Ну, вряд ли. Че, идем Алекса искать тогда? Второй раз такой глюк уже, видимо, не пройдет. Да, наверное. Я просто, у меня много ячеек, смотри, я забрал у них... Да у меня тоже? Мы с тобой одинаковые, два из ларца. Смотри, у меня с этот рюкзак. Ну, а у меня тоже рюкзак же? А, нет, рюкзака нет, да? И че, у меня висит загрузка и все. Жди. И ничего не происходит. О, тут надо забрать. Подвисло, так отрисались, чё? Смотри, патроны отрисались. О, чел валяется какой. Ёкалэмэнэ. Ну, так это Алексовский, он положил их. А, да? Или нет? Да, или нет? Нет. Подожди, а кто это? Это я, стой, это мой труп. Это твой труп? Это мой первый труп, да, мои патроны. Да, я заберу. У меня какая-то хуйня, у меня висит, блядь, нахуй. Все, блядь, да, это мое, точно. Забирай вот патроны. Тогда. Тряпки, да, я ж первый раз увидел их в окне. Вот они тут, газировка, сейчас все это заберем. Что там у тебя? У меня глюк конкретный, да. Блядь, стреляют, убивают сзади какой-то с пистолетом, Жень. Вали его нахер. Все, убил. Ебать, долбоеб, сука. Подошел сзади, с ебаного откачаем, блядь, выезд, ты понимаешь? Они сзади заходить. Черт, все, мне, видимо, придется, блядь, дать ему заново, блядь. Я, наверное, блядь, такой перезайду. 6 какая-то. Они с меня ничего, блядь, не взяли. Вот я лежу. Я весь лут свой забрал. Женя, он бежит за мной. Давай. Жду. Он бежит за мной, сука, и стреляет. Я здесь. Заходи в дом прям внутрь. Ныряй ко мне. Все, меня убили. В смысле? Как? Ну все, вот так. Другой чувак зашел. А он там не один. Их двое там. Винкс. Класс. Ишь, блядь. Ну, нет смысла туда бежать, да? Да, я в него стрелял, раза 3-4 попал, и он не умер, скотина. Я был в шлеме, в бронежилете, и собака с двух выстрелил. Что за дичь? Так они там тебя патрулируют уже, да? Да я ж сдох, все. Здорово. Я свой лут нашел. Хуйло, блядь, а? Те четыре чувака с меня, блядь. Это, блядь. Пиздарики. Блядь, столько лута было. Вообще, мы столько бежали жестоко, туда. Вообще жестоко, да. Это капец, какая боль. Конечно. Так, народ, я весь свой лут 1,2 собрал. 1,2 километра. Нет, они сейчас все заберут там, бесполезно. Нет, он один сидит там, Жень, он один. Бесполезно, да, бежать.
Алекс 300, ладно, давай к Алексу. Алекс, давай, полтора давай. Километра, сейчас бегу давай, к вам. Давай. Пытаюсь. Давай. Ай, как обидно, там столько хороших вещей было. Да? Все, да, я тут где-то. Два бота завалил, вот, иду вот, к вам. Вот, стой. Давай, Женя. Бегу. Все, лут вот есть, хорошо. Забор, да? Или где-то? Я хотел перепрыгнуть. Он перепрыгай. Вот, десантура, ебать. Тебе что-нибудь скинуть, скажи мне. А, да нет, пистолет, в принципе, нужен? У меня все есть. Не, так, Жень, ты что-то надо, что-то есть. Так, Жень, что ну у меня два обреза у меня нормально, в принципе, все. Длинный и короткий, так что нормально. Вот этот амбар будем лутать? Народ, да, давай, пошли, пройдем еще мы там не были, давай. Длинный вот этот вот. По-моему, гараж. Вот тут я как раз убил это тело. А нет, я там его увольнил. Слушайте, а в этом здании мы были или не были? Вот в этом мы тоже не были. А тут некоторые закрыты здания, видишь? Ё-моё. Закрыто, да. Автобус? Что-то есть у нас. Автобус можно зайти, я заходил. Ой. Да? Нифига себе. Ну-ка я пойду зайду в автобус. А, да, можешь зайти, ты прав. Пусто, ничего нету. Блять, автобус пустой. Так. Кстати, чисто. Если заходите, звук, двери закрывайте, пищи. Потому что удобно ориентироваться, когда кто-то приходит, открывает дверь, и ты такой, опа, ага. Это такая тактика, знаешь, уже годами со всех игр пошла. Ну да, сколько раз уже, да, это было. Да. Сколько раз уже натыкались. Что-то я не хочу на дорогу вылезать, а там что-то... Там тело лежит, смотрите. Там на дороге лежит чье-то тело. Опа. Да. Патрончики. Нож. Что у него? А, нож и зажигалка. Ну это, видимо, кто-то зашел. Если какую-нибудь курточку найдете, то маякните. Курточка нужна. Куртка тебе нужна, хорошо, сейчас. Сейчас поищем. Вообще-то лучше по дорогам не бегать. А помнишь, какая-то игра была, там и мерзнуть можно было тоже бегать. Ну, помимо Дейзи. Да. Да их уже сколько этих игр. Да их сейчас много, да, поэтому. О. А вы здесь были, да? Вот в этом, ну, ангаре-то. Да, там большом. Пусто. Там ничего нету, да? Не. Бомбер, отлично. Блин, я застрял веревка. В автобусе в этом гребаном. А, вот. Я там был, там ничего нет. А в этом? В рубке? В рубке был? Или она не открывается? В рубке, по-моему, рубка не открывается. По-моему, рубка. Да. О, смотрите, тут какая-то машина стоит в кустах. Пойду лутану. Джип в кустах. Давай. Везде тела голые валяются, глаза нормально. Походили. Залутаны уже. Уже залутанные, да. Тут ни хера о, нет. О, пистолетик. Короче... Отлично. Жалко, нет вверху радара, то есть я бы сказал, да. Было бы удобно с радарчиком, конечно. О-о-о. На патрули только смотрите, не нарвитесь, потому что они очень любят. Иж, да, а у меня с патрулями. Что? Иж 43, слушайте, нормально. А вот та вот хижина, которая вот там наверху... А, или мы оттуда пришли, да? Нет, мы же не отсюда я пришли. Я, честно говоря, уже забыл. Подожди, мы... И откуда? Мы шли от автобуса, значит, мы шли сюда. Вот. А, значит, мы шли сюда. Значит, мы там еще не лутали. Не. Пойдем. Так, что, тут пусто. Осторожно, какой рейд у нас, блядь, нихуя себе. Так, рейдим. Нормально. Аккуратно заходи в дом. Аккуратно, смотри по углам. Аккуратно. Ебёнычи. Вот ко мне также вот двое ребят зашли, вооруженных. О, смотри, штаны. О, пистолет, пожалуйста. Давай, с парни, патронами. Тряпки, кстати, давай. Говоря, давай я их разорву, блядь. Рви, рви, бери, собирай. Взял. Пригодятся, взял, да. Водочку надо разорвал, найти еще. О, пистолет нашел. Да, там пестик. Я пистолет взял. Водочку бы найти. Патрошки к пистолету. У меня, по-моему, есть, подожди. Водочка есть? У меня есть самогон, есть самогон. Во, Алекс, самогон есть. Самогонка есть? Для бинтов. Алекс, для самогон бинтов. Есть. Сразу обрадовался, нормально. Надо делать бинты вам или что? Да. Не, мне пока не надо. Ну, вообще, заранее сделать на будущее. Заранее можно сделать, кстати говоря, да. Заранее можно сделать. Так, ты побежал наверх. Лесновой металл. Смотри, девятка. Я тебя понял. Бля, тут тело мертвое. Да? Да, у него пистолет, смотри, фонарь у него. Фонарик. ТТшник есть у него. Я фонарик взял. Блять, у меня... А, у меня уже есть. Его придавило, что ли, его здесь, хер знает. Его раздели. Уже кто-то, вот да, пощупал. Ну, тоже кто-то полутался. Да. Слушайте, а мы давайте зайдем в этот дом. Давай. Вообще проглядывай окна периодически, потому что ты видишь в окна. Да. Кстати, иногда в окнах видно, а иногда не видно, они могут сесть. Могут. Не спрашивай на что. Вот смотри, тут зажигалка. Нет, я нашел куртку. Кому там куртка была нужна? Олегу. Мне нужна, но я уже одел. А там бомбер? У меня бомбер уже есть. Есть спортивная куртка, давай я ее разорву на... Рви на тряпочке, да. Порвал. А, взял. 5728, надо патроны кому-то? Это чей номер? Патроны. 5728. Калибр. 5720x28, 52 патрона. Сейчас посмотрю, 5720, нет, 12x70 у меня все. А, кому какие патроны, скажите, надо? 5.56.45 есть, 7.62.25 есть, потом есть 9.18. Мне на скорп надо, мне надо на скорп. 7.62.25 есть? Мне надо, да, блядь, есть на, 9... вот, возьми, вот, блядь, валяется. 9.18 есть?
Сейчас, какие? 9.18? Бля, уже места нет. Да-да-да, 9.18 есть. Есть на 9.18 сейчас. Мне на скорб, да-да-да, давай. Сейчас. Это ты скинул, да? А, это 8. Даю, на, вот, забирай, вот они. А, это ты, Олег. Вот. 9.18, 14. Вот, красненькие. А, вижу. Спасибо. Ага. Все, найдено. Олег сел. Это получается, каска. Надо двигаться так, в туннелю, наверное, дело. Если завалить там тех ребят. Давай попробуем, чего нет? Темнеет. А пока. Туннель разве там был, слева? Завалить тех ребят? Чё нет? Это же боты. Давай. Разве туннель с той стороны? Да, вон он. Там. Боты тут, конечно, очень дерзкие, я вам хочу. А знаешь, как я убивал их, когда сам играл? Да с ножиком просто притык подбегаешь и всё. Нет, на туннель можно сверху залезть. Когда они делают патруль из туннеля, они выходят. И можно сверху, короче, пострелять. Попробуем, давай попробуем. О, что здесь? А, листовой металл, штаны. Газировку пейте, берите, кому нужна вода. О, кстати. Так, да? Разорвать. Давай, рви. Это пиво, тряпочек. По-моему. А, не газировка. У кого слоты есть, возьмите, вот тряпки лежат. Ну-ка, дай. Тряпки... Я взял. Я все возьму. Бери. Угу. Сейчас попробуем это дело. Вот тут я Алекса, по-моему, встретил, да? Мы тут же были. Да, по-моему, да. По-моему, мы с тобой шли как раз отсюда, да. Да, по-моему, вот я отсюда и спустился. Там еще валяется мое тело. Так, тут чисто. Ну, пошли попробуем. Да, вот я, да. А что, у меня слот не переключается? Все, хана. Так, мы что, идем в туннель? Или как? Не знаю. Блин, да, у меня слот не переключается. Пойдем в туннель, зайдем. Пойдем. Только пойдем. Сверху, учти, там надо сверху зайти, потому что они там 4 человека с автоматом. Четыре? Давай тогда я слева пойду. Давайте. Суть в том, чтобы справа, как-то только... забраться наверх. Давай я слева пойду. Давай. У меня здесь ложбинка хорошая, я слева ложбинки здесь. Давай. Я немножко поодаль идти тогда буду. Лады. О, ну, здесь машина разобранная валяется. Сейчас посмотрю. Давай. Здесь тачки разобранные валяются. О, машина. Я нашел пьянку. Сейчас. Кого? Ну, бухло какое-то. Бухло, давай. Бери. Машина. А, это машина, масло, это сайт. О, я нашел, знаете, что фонарь. О, пригодится на ночь. Нет, а у меня есть, кстати говоря, если хотите. Не, ну да. Пока обойдемся, наверное. Главное, сейчас туннель. Там стрёмно. Я по ложбинке сейчас аккуратненько пройду. Слушайте, мы можем в туннель не идти, мы можем сходить налево. Так я тебе говорю, на туннель сверху мы пройдем. Да, можно сверху, так сделать, да. Мы попалим просто может, где они? Да. Есть ли они вообще там? Может, их убили уже? Может да быть. Есть, вряд ли убили. Пока чисто, блин. Пока я чисто. Я не сомневаюсь. Ну, ладно, чисто. Возле туннеля никого нет вообще. Никого, да. Туннель чистый. А, там трупы валяются, двое. Да ты что? Да. Так, осторожно. Вижу, лежат. Блять, фонарь. В туннеле один человек. В туннеле один патрулирующий, смотри. Вон, да. Вдалеке один патруль. Что, так, есть что-то? Пока он не подходит, еда, стоит. Патроны. Ох, нихера. Забирай. Бля, они некуда. Ходит. Блядь, некуда. А чего? Ну-ка, дай посмотрю. Забери, вон он один. Он идет сюда, да, или от нас? Вообще не идет. Ну, он... Он идет сюда. Он идет сюда. У кого-то оптика есть? Нет, у меня дробан только. Вот я за угол сяду вот сюда, сверху, смотри, давай сверху забежим на этот туннель, и там его с той стороны. Я вот сюда сяду, в ложбинку, смотри, он не попадет. Давай, а мы тогда побежим наверх, давай. Только ты смотри, там Жень, аккуратней. Блять, стреляет! Жень, это ты? Жень? Да, это я, сейчас, я его отвлекаю. Я его завлекаю сюда. Чтобы сверху его закрыть. Он может сверху, он вниз пройдет, мы можем сверху его завалить. Да. Хера, бля. Ага. Чё там? Гасим, сейчас идёт к нам. Сюда идёт. Давайте. Внутри прям. Ёба, сука, напугал. Я чуть не родил, нахуй. Всё, убил. Убили. Всё. Блядь, он у меня хп, конечно, 40 забрал. О, это я переоденусь сейчас, походу. Я его вообще не видел. Что у него есть? У него шмотки хорошие. О, берите. Штаны. Калаш, ёпта. Да. Фига себе. Я забрал у него калашников. Бери. Хера себе. Так, вот народ, это бота вы раздели. Чего там, ХП, да, у кого-то? Сейчас. Давайте делать бинты тогда. Блин, мои штаны где-то валялись. Жень, перекладывай, я тебя прикрою здесь. А я не могу, как переложить вещи из своего барахла? А ты должен выбрать землю там в пункте. На землю, блин. Сбросил свое, потом надел его и перекинулся. А, все, нашел. Так, народ, алкашка есть у кого-нибудь? Водичка есть, только и еда. Алкашки нету, да? Тряпки есть, 6 штук. А ты же что-то находил, что да, вроде, Жень? Ты же вроде сказал, что ты... алкашку там, типа самогон или... Да.
Да, у тебя же вроде бы, у меня просто нету. Алекс, сядь за эти вот мешки, потому что если Женю вольнут, то ты следующий. Сейчас, 12.70, это мое все. Так, идет еще один патрульный. Блин, идет сюда. Слушай, а давай за той газелью сядем. Давай, я за газелью сел. Я за мешками, хорошо. Нет, а внутри тоннеля есть газель, смотри. А, есть, да. Давай, я пошел. Давай. Пошел. Это я сижу, осторожно. Ты все забрался, что было у него? Да. Все, что надо было, все, что важно было, я все забрал. Ты смотри там, так особо-то не палишь. Смотри, у меня калаш, я в принципе могу с калаша попробовать сейчас сделать ему пару. Ну, ты попадешь в него? Все, положили. Хуя себе, мы, блядь, сложено. Отлично. Нормально. У него же калаш второй надо забрать. Да, сейчас заберем. Заберем. Давай. Газель пустая. Так, что там? А в газельке ничего не было, да? Ух. В газели нет ничего. У него дробаш, по-моему, не калаш. Дробовичок. Ну, можно фонарик, конечно, включить. 12.70, это то, что мне нужно как раз. Отлично. Патроны. Всё. О, у него штаны нормальные. Слушай, я сейчас переодену, подожди. Давай. Не включай, не пали. Нет? Ладно. Не надо. Сейчас я свое выложу, а его возьму. Вами. Так, где там мое? Где мои штаны? Валяются вон. Под тобой. Где мои штаны? Бля, не вижу. А, вот. Так. Это сюда. А это сюда. Мясо какое. Так, и прямо пойдем, да? Фу, да, пошли. Пошли прямо, пойдем прямо, да. Пойдем там еще прямо, может быть, сзади. Осторожно, один еще может быть, мало ли. Аккуратно. Может, они КПП проверяют с двух сторон. Да. Чисто, фонарики пока чисто. В этой тачке нифига нет. Фонарики есть, да. Фонарики. Держитесь стеночек, потому что так самое, когда они просматривают туннели, то игроки или они видят просто. Пока чисто. Сверху засада. Я помню, они так выходят, короче, я сверху хуяк повалил их. Что, есть кто? Чисто вроде пока. Нет, пока чисто. Чист. Справа никого. Никого. Слева чисто тоже. Наверху тоже никого вроде. Не, чисто. Блядь, все нормально. Бля, тут грузовик. Что вот тело мертвое, смотри. Ну тут такой бот. О, бля, что там калаш лежит, калаш в машине. Возьмите, кому нужен, да. Акомод. Жень, тебя как, нормально? Давай я могу взять акомод, что? Акомод охуенная тема, забирай. Бери, патроны, да, я патроны возьму. Мне просто. О. Все. Бери, а калаш валит двух патронов, блядь. 7.62. У меня есть, все нормально. Все? Ходи с калашом, Женек. Ходи он с калашом. Дальнобойный, сейчас возьму, блядь, возьму. Пробиваемый. Давай. Все, нормально. Ну, 63. Хороша, конечно, но калаш это... Все, взял акомод. Слушай, а я помню, наверху всегда ящик с лутом есть. Да? Гляну. Давай. Иди глянь. Слушай, ну мы потом тогда идем вдоль дороги. Не надо. Может, мы перерыв тут сделаем и в следующий погасим уже дальше? Давай попробуем. Давай. И пойдем так. По дороге куда-нибудь туда направим. Бля, ну она, конечно, завлекает. Завлекает. Сука, тормоз сложно вообще-то, да. Все, заканчиваем тут и продолжаем с этого места дальше. Все, пока-пока. Пока. Пока-пока.